Отбор педагогов для школы 800 начался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор образовательного центра Сергей Злобин в своем инстаграм-аккаунте. По его словам, сотрудники Нижегородского института развития образования и Мининского университета формируют опросные листы и согласовывают алгоритм собеседований отдельно по каждому школьному предмету. Злобин отметил, что по состоянию на 1 февраля на сайт школа800.рф поступило 578 заявок от преподавателей, из которых 411 имеют первую и высшую категорию, 446 имеют стаж работы более 3 лет и 225 – стаж более 10 лет. Первые очные встречи с составившими заявки учителями пройдут с 15 по 21 марта.